Год от года наш город преображается, становится чище и уютнее. Каждое утро на улицах Славянска на Кубани трудятся сотрудники общественно-социального центра. Работает служба «Чистый город». После удара стихии в январе все силы были брошены на борьбу с ее последствиями. На улицы нашего города вышли работники санитарных служб, сотрудники администрации, депутаты, простые жители. В целом улицы были расчищены, но до недавнего времени в Славянске оставались места, где нужно было провести генеральную уборку. На прошлой неделе был организован субботник по расчистке этих территорий. Продолжение темы в материале моих коллег. Стихия миновала, но последствия ее до последнего времени портили вид нашего города. Всю прошлую неделю работы по спилу сломанных деревьев и вывозу опавших веток велись на территории старого и нового кладбищ, а также в Северном парке. Позавчера делали объезд по санитарному состоянию. Ну и как посмотрели на кладбище, действительно это кладбище надо убирать, потому что те, кто здесь как бы, ну, родственники, они не в силах все убрать. Поэтому приняли решение поднять всю администрацию и провести субботник. Четверг, пятница и суббота вот за 3 дня, чтобы, ну, как бы вычистить это кладбище, основную массу. На старом кладбище уборкой занимались сотрудники администрации и управления ГУ ИЧС по Славянскому району. Сергей Кравченко отложил на время работу в кабинете. На посту специалиста управления по взаимодействию с правоохранительными органами и казачеством. Он не остался в стороне от общего дела. Славянск на Кубани – наш дом. И мы, как хозяева, должны заботиться о порядке и уюте в нем, говорит Сергей Кравченко. В подобных мероприятиях любой гражданин города должен участвовать, потому что как бы мы очищаем свой же собственный дом, мы здесь живем, и ходить спотыкаться об ветку, ну, это как-то неприлично нормальному человеку, на мой взгляд. Поэтому, как бы убирая, мы во дворе у себя всегда убираем, в доме убираем, город наш большой дом, поэтому и убирать надо. На территории нового кладбища трудятся сотрудники Северного округа города, а в Северном парке – бригады ОСЦ и студенты учебных заведений Славянска на Кубани. Субботники решили принять участие, потому что мы хотим, чтобы наш город был чистый, ухоженный. В субботнике было задействовано порядка 10 единиц спецтехники, предоставленной такими предприятиями, как комбинат хлебопродуктов, кирпичный завод, славянские теплосети, автошкола ДОСААФ и другими. За несколько дней работы удалось расчистить проблемные зоны, вывести мусор с территории кладбищ и Северного парка. Рузана Ефремян, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».